Концерт, посвященный Международному дню студента, проходил 17 ноября в ДК имени Шевченко. Увы, концерт собрал минимальное количество зрителей. И были ли среди них студенты – большой вопрос. Сценарий вечера и наполняемость концертными номерами были как будто притянуты друг к другу за уши. Настолько не вязались восточные танцы и вокальные номера со студенческими байками и стишками о студентах. Хотя сами по себе номера были вполне профессиональны. Выступали Екатерина Пуйческу, Алена Арнаут, Наталья Маргаринт, Татьяна Тодорова, Енина Наумова, Диана Шпаченко, Евгений Маноли, группа брейк-дэнс ЦБК, образцовый ансамбль «Катюша», танцевальный коллектив «Шерри Дэнс», «Амира» и другие. Также выступала команда КВН «За кулисами». Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».